13 тайных свидетелей и отсутствующие обвиняемые. В Нидерландах начался судебный процесс по катастрофе MH17. Дело малазийского Боинга рассматривает суд в Гааге. О перспективах процесса Андрей Ромашков. Самое сложное расследование в голландской истории. Так дело малазийского «Боинг», сбитого над Украиной, называют BBC и другие СМИ. На сбор и обработку доказательств у объединенной следственной группы, которую возглавляет прокуратура Нидерландов, ушло почти 6 лет. Рассмотрение дела началось в Гааге 9 марта, причем не в обычном здании суда, а в специальном юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом. Именно оттуда летом 2014 года вылетел рейс MH17. Присутствующие на первом заседании журналисты пишут, что в зале суда слышен звук взлетающих самолетов. Уголовное дело насчитывает около 30 тысяч страниц и, как утверждают следователи, опирается на веские улики. Остатки лайнера и ракеты с уникальным серийным номером, данные спутников и радаров, прослушку телефонных переговоров обвиняемых, а также фото и видеосъемку того, как БУК транспортировали к месту выстрела и обратно. Среди прочего, по данным голландских СМИ, в деле присутствуют показания 13 человек, чьи личности останутся засекречены. Учитывая убежденность западных СМИ и общественности в виновности ополченцев, можно ли вообще надеяться на оправдание России или хотя бы на справедливость? Комментирует партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда. Насколько я понимаю, обвинения в настоящее время предъявлены вполне конкретным физическим лицам, а не государству, в связи с чем свою позицию по делу должны высказывать именно они, а не должностные лица. Ну или не высказывать. Но без этой позиции нам очень сложно будет сделать какие-либо выводы об истинном положении вещей. Но одно можно утверждать точно, что тот факт, что за обвиняемых говорят представители российского государства, которые вроде как ни при чем, только усугубляет положение вообще всех в этой истории. В любом случае, уголовные процедуры – это уголовные процедуры. И, скажем так, специально для того, чтобы наказать Россию, я думаю, вряд ли кто-то в Европе свои процедуры будет менять. В любом случае, для этого есть вполне другие инструменты, не менее действенные экономические санкции, какие-то политические действия. Поэтому я не думаю, что в этой части одно с другим как-то связано. Сами обвиняемые, россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, и украинец Леонид Харченко, которые занимали руководящие должности в оборонных структурах ДНР, на процессе отсутствуют вовсе. Адвокатов в суд направил только Пулатов, хотя лично ход следствия он не комментировал. Дубинский ранее сравнивал версию прокуратуры Нидерландов с симптоматикой пациентов Кащенко, а Гиркин, он же Стрелков, с поиском козлов отпущения. От чего может зависеть ход процесса, отвечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Следствие будет идти параллельно развитием, как мы надеемся, Минского процесса. И в конечном счете от характера реализации или нереализации Минских соглашений может очень сильно повлиять на политический фон. То есть, если, в общем-то, будет достигнут прогресс, то в какой-то мере политическая значимость того, что сейчас происходит в Нидерландах, будет снижаться. А если обнаружится очередной тупик, если отношения будут ухудшаться, если произойдет эскалация на востоке Украины, то, конечно, тогда вот этот судебный процесс, наверное, будет привлекать больше внимания, будет более активно использоваться нашими оппонентами для подтверждения их тезиса о недоговороспособности России. Москва причастность к крушению MH17 отрицает категорически. Владимир Путин ранее заявил, что Москва будет готова признать результаты расследования только в случае полноценного участия в нем российской стороны, чего не произошло. В преддверии начала процесса представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о признаках политического давления на суд в Гааге и информационной кампании, направленной против России. Первые две недели суд в Гааге будет решать процедурные вопросы, в том числе возможность рассмотрения дела в отсутствие обвиняемых. Оценки возможной продолжительности разбирательства называются разные, но мало кто рассчитывает, что вердикт будет вынесен в этом году. Параллельно с голландским процессом в ЕСПЧ рассматриваются два коллективных иска от родственников 298 погибших пассажиров и членов экипажа сбитого «Боинг». Сроки по ним также не называются. На районе крушения MH17 не было комплексов БУК. СМИ сообщили об этом со ссылкой на документ службы военной разведки Нидерландов. Таким образом, самолет перед попаданием в него ракеты находился вне зоны досягаемости всех украинских и российских БУКов. В Кремле считают новые данные свидетельством правоты России.
Так Бук это был или не Бук? Военная разведка Нидерландов не обнаружила в зоне поражения малазийского Боинга ни одной системы ЗРК Бук. Некоторые документы совместная следственная группа опубликовал голландский журналист Макс ван дер Верф. Публикация была размещена на портале Bonanza Media. Это платформа для независимых журналистов. Ее основал сам ван дер Верф вместе с российской журналисткой Яной Ерлашовой. Среди обнародованных документов есть письмо 21 сентября 2016 года. Отдел по юридическим вопросам службы военной разведки Нидерландов запрашивает Генпрокуратуру, могли ли комплексы БУК быть причастны к крушению MH17. В ответе говорится, что все комплексы БУК находились не менее чем в 66 километрах от места крушения, а значит, не могли сбить Боинг. Главный итог расследования нидерландских спецслужб – не российские комплексы БУК, не системы ПВО или Фаворит не достали бы до самолета. Все они были дислоцированы очень далеко. В своей статье ван дер Верф задается вопросом, проводилось ли расследование по MH17 должным образом. Видимо, не проводилось, говорит военный эксперт Роман Сапаньков. Надо обратить в первую очередь внимание, на основании чего они сделали вывод, что БУКов и прочих радиолокационных систем и систем ПВО там не было. Соответственно, если это есть данные со спутников, ну или там, предположим, каких-то самолетов радиоразведки, если там были, то имеются ли засветки включения систем ПВО, ну и в частности вот инфракрасной подсветки, как это вот было сделано в случае с иранским Боингом. Если речь идет о том, что, допустим, располагали информацию о базировании полков ПВО, например, или о перебазировании системы ПВО, то это, конечно, некорректно, потому что, ну, грубо говоря, из 10 комплексов по 9 отчитались, а по одному нет. К тому же, если предположить что там, права прям как украинская сторона о том, что именно сбили ополченцев, то это вообще нерелевантно становится, потому что ну кто из стороны ополчения будет отчитываться о передвижении. У нас имеется катастрофа, в которой очень много неизвестных, и вокруг которой начинает обрастать сразу конспирологическими версиями. Российская сторона в этой ситуации пошла на, по сути дела, следственный эксперимент, на макете обстреляв фюзеляж, и таким образом это какие-никакие доказательства невиновности российской стороны. За неимением других доказательств. Я лично придерживаюсь мнения, что первое, что это был БУК, и второе, я больше склоняюсь к тому, что это был, конечно, БУК не ополчение, ну и что БУК это был украинский, вот такое мнение. Роман Сапаньков, военный эксперт. Малазийский Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту было 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что у них нет средств, которые могли бы сбить самолет на такой высоте. Согласно докладу международной следственной группы, лайнер поразил именно ЗРК «Бук», который якобы доставили из России, а потом вернули обратно. Результат работ разведки Нидерландов попросили прокомментировать пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это лишний раз свидетельствует, собственно, о том, что по-прежнему огромное количество вопросов. Вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась. Вы знаете, что Россия, к сожалению, России была отказана в праве стать участницей международной следственной группы. Поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны. Почему Россия требует включения себя в эту следственную группу? Ведь происшествие произошло не на территории России, это не российский самолет. Россия настаивает, потому что вы знаете, что в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала. Россия начала активно упоминаться в этом контексте, с чем мы категорически не согласны. Дмитрий Песков. Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта в Гааге. Их четверо – россияне Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В Совете Федерации отреагировали на задержание украинскими спецслужбами бывшего офицера ДНР Владимира Цемаха по делу малазийского Боинга. Как считает член Комитета по безопасности Франц Клинцевич, операция Киева – это похищение человека. Теперь из Цемаха будут выбивать признание, уверен Клинцевич. Это преступление украинских спецслужб.
это подтверждение того, что через свои спецслужбы, батальоны, Украина все больше и больше превращается в террористическое государство. За ними стоит некий коллективный Запад, который формирует самую главную провокацию, связанную с сбитым Боингом. У них нет доказательной базы. Они же, видите, объявили там Стрелкова, других, которые не являются ПВОшниками. Им надо хоть один какой-то ПВОшник, которого можно будет сослаться. Зная методы работы СБУ, этот человек будет подвержен колоссальным пыткам, в которых он должен будет все это признать, узнать, может быть, с применением психотропных средств. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствую тебя. Да, здравствуйте. Итак, как развивались события? Бывший военнослужащий вооруженных сил, самопровозглашенный ДНР Владимир Цемах, был задержан в своей квартире в городе Снежное. Произошло это 27 июня, после чего он был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией. 28 июня, в день Конституции Украины, он был доставлен в Киев. 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на 2 месяца. Дата апелляции не назначена. Это сообщение от адвоката задержанного.